Ребята, вот теперь давай посоревнуемся. Не забудь подписаться и в конце влога конкурс, поэтому смотрим до конца. Погнали. Короче, ребятки, торговый центр Метрополис, открывается магазин Black Star Wear. И я первый раз в Метрополисе, и здесь, блин, очень круто. Очень большой торговый центр, и ждем Скруджи. Здесь пришли людишки, я так понимаю, они пришли либо на Скруджи, либо ко мне. Как всегда, сходка подписчиков. Но поскольку они молчат, ну это я тихо еще говорю, наверное, они пришли на Скруджи сегодня. Hello, darkness, my old friend. Ладно, не страшно. Кто знает меня? О, ничего себе. Их больше половины знают меня. А я уже расстроился. Ребятки, снова я вернулся в Black Star Burger Prime, и сейчас у нас там происходит дегустация блюд. Приехал Тимати, погнали, смотри. Да. Ну это именно ростбиф сэндвич такой американского стиля. Да. Ростбиф сэндвич. Не шутки тут тебе. Ого. Ну так же в перчатках можно. Раз и кушать. Так, шпион. Я не понял. А, это Сань, ты что ли? Очки. Короче, друзья, как обычно, ни одно мероприятие, связанное с Black Star Wear, не проходит без главного его участника. Тёмки. Да, Тёма? Ага. Как дела? Все хорошо. Ты приехал от... Остановил мне съемку, хулиган. Так, руки при себе. Как дела? Все хорошо. Приехал магазин открывать? Да! Давай, играем в лифт! Тихо! Красиво как! Выйди в свет! Где же Тёма? Может быть, его здесь нет? Тёма, ты где? Я уже устал за ним бегать. Смотри, Саша, вот ты делаешь эти бургер-батлы, да? Помнишь, ты все время говоришь, что я нервничаю, что не называю бургерной? Ресторан быстрого питания. Не бургерный? Не, бургерный это у других. А, ну да. Помнишь, я все время тебе говорю, не сравнивай нас ни с кем, ни с какими бургерными, а сравнивай нас с Макдональдсом и с Бургер Кингом. Помнишь? Вот он настал тот самый час, когда я готов сказать, что теперь ты можешь нас сравнивать. Теперь никто не сравнится с теми бургерами, которые в этой закусочной. Вот это теперь бургерная. Теперь я им говорю всем. Ребята, вот теперь давай посоревнуемся. Вот ты сейчас попробуешь бургер. Бургер на слоеном тесте. Я такого еще не видел. Пока все это на самом деле в масштабах промышленной тайны. Вот, поэтому смотрите аккуратней. Ну, кто идет? Кто идет? Как думаете, что я вам хочу сказать? Вау, вау, что за парнишка? Бред! Я здесь. Это правда. Давайте припустим, Всех поздравляю с открытием нового магазина Black Star. Покачаем его. Назад дороги нет! Ты уже в игре! Уже в темноте! Давай! Пах-пах-пах! Взрыв в темноте! Скажи ему, пусть не прыгает, а то провалится! Да? Не прыгай! На куче
Обычные псы в сети по полу боги. При виде пачки нала раздвигают ноги. Приехал мой бургер. Спасибо. Саш, вот об этом я и говорю. Давай теперь соревнуемся. Че? Кто посоревнуется теперь? Вот тут я искренне и открыто заявляю, что лучше и вкуснее бургера ты не пробовал в своей жизни. И все твои подписчики, и все люди, которые вообще заявочка. Смотрят, заявочка, не пробовали. Но он не один, все такие. Че, давайте попробуем заявленный самый вкусный бургер в моей жизни. Смотрите, слоеное тесто. Это прям, ну я вообще про такое даже никогда не слышал. Есть такое вообще? Нет такого, мы придумали. Пробуем. Потом буду снимать обзоры. Алло. Пока я смотрел, как ест Тим, как ел Тёма, я не мог понять, как слоеное тесто ощущается по вкусу вот в бургере. Но, ребята, это реально очень круто. Нежное такое, тает во рту. Фраза каждый раз, как первый раз, тут будет неуместно, поэтому сори. Ребятки, у нас... Че я здороваюсь-то? Уже не начало влога. У нас новый звездный гость. Та-дам! Та-дам! И сегодня, между прочим, у нас супер обзор, который, скорее всего, уже висит на моем канале. Если вы не видели, зайдите, посмотрите. Но суть в том, что этот бургер настолько сложно довести до дома, что я его собираю сам. Вот, это еще не собранный. Кстати, я предсказываю, что самый главный комментарий будет, кто это? Да. Кто это за звездный гость? Кто не знает Дашу? Даша знает все. Она сидела на крыше, когда сбил инопланетянин ее там прибытие. Никто не спросит, кто это, потому что все уже посмотрели наше сравнение бургеров, обзор на этот бургер, который вышел в субботу. Но для тех, кто не знает, это Даша Руденок. Руденок! Актриса. Ну и все. Актриса, да, и все там подобное. Че, надо собрать бургер? Вот это вот я, кстати, сам собрал. Смотри, как красиво. Специально не позавтракала сегодня. Так никто еще не завтракал. Смотри, соус. А это мне, да? Конечно. Ой, мне максимально сплющено, потому что мне не поместится. Даже понюхай, просто. Это пахнет удовольствием. Это мое, не смотрите. Так пахнет удовольствие, да? Да, но вы никогда этого не почувствуете, пока не съедите Black Star Burger. И типа, 1000 рублей скажешь. Что они будут мне говорить? Я приехал сюда, спускаю бабло и не собираюсь молить. Не плевать, что они будут мне говорить. Не плевать, что они будут мне говорить. Пусть дальше пишут свое говнецо. Руга-лицо! Короче, тут прыгать нельзя, поэтому все очень скромненько. Руга-лицо! Тихо, не мешай. Почему? Короче, здесь нельзя прыгать, потому что вот эта штука может провалиться. И мы реально качаем аккуратненько. Давай, прыгай! Руколицо, твоя шкура вообще не получит ответ. Спасибо, Даша, ты отработал. Как это надо будет есть? Подожди, это еще не все. Это только половина сооружения. Мастер-класс будет. Сейчас будет самое страшное. 1, 2, 3, 17. Я знаю, у меня такая же камера, которой я почему-то не пользуюсь. Она у меня лежит все и все. Смотри, вот это тебе придется съесть. Не хочешь фотографировать? Ладно, пока поснимаю. Хотите, покажу вам вид из окна? Спали, салатик. Где мы живем? Да. Назови адрес. Квартиру, как попасть. Как ты там? ЗОЖ. Какой вкусный салат. Глянь на нее. Кто-то тут решил убить двух зайцев сразу. Одни съемки, другие. Вот, это хорошо. Надеюсь, такая реклама не подойдет. Смотри. А теперь снимай юбку. Давай теперь, как не в формате Инстаграма. О, а ты поверишь? Это для своих, да, фотосессии? И смотри туда, вот так, и туда. О. И скрючилась. Это какой-то люберский. О, это комплект. Где ты ходишь? Ну, прости, я там с фанатами общался. С подписчиками. С фанатами. Да, чувак, я их привел. Я интервью сколько людей было. Пожалуйста. Я
Я представляю, как он сейчас офигеет. Скрудж. Вот микрофон. Я нашел тебе микрофон. Нормальный такой, да? Беспроводной, заценил? Свен! А, да? Нет, да это просто, это для зарядки. Все, верни, верни. Да привет. Надо вернуть его хозяину, это же не мой. Да. Короче, ребят, давайте так. 10 тысяч лайков под этим влогом, и Скруджи приходит ко мне есть бургеры. 10 тысяч лайков. Тренировка. Кольцо адаптируется. Серьезно. Можно резинку взять, ну. Почему, когда я начал снимать, вы стали делать что-то неинтересное? Скажи, Бицух. Я не умею показывать. Да. Резинки, это безопасность. Пользуешься резинками? А мы с Тохой уже без резинки занимаемся. Тоха мне доверяет. Больше доверия идет. Больше доверия? Резинку такую делаешь, тоже ненадежно. Мне кажется, резинка тоже ненадежное дело. Сейчас улетит. Аккуратно. Ну как дела? Но! Тихо. Расскажи зрителям, как тебя зовут? Даша. Любительница резинок. Любитель безопасных. Как? Вы не подумайте, это заключительный раз, поэтому так тяжко все идет. Я не могу. Давай, давай, давай. Руку, руку, лопатку держи. Все, ребятки, открыли мы новый магазин Black Star Wear. Скрудж выступил и уехал. А знаете, куда уехал? Выступать. А выступать он уехал в клуб «Облака», и меня он пригласил туда же вместе с собой. Вот вам первые привилегии из того, что я в Блэкстаре. Сейчас я в гримерке, в которой еще нету ни Скруджа, ни Лоскина, но они скоро должны приехать. В общем, сидим, ждем пока, отдыхаем, и думаю, будет прикольно. Туда. Пойдем. О, ничего себе. Садится батарея, в отличие от них. Ебеть! Всем привет, это AKA Гусейн Гасанов. Бля! Ну что, Эльдар, как... Я уже сказал. Скро! Да! Гусь! Я говорю, надо написать... Гусь! 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 Ты, а ты все будешь снимать? Гусь! Да. Давай нет, давай нет! Давай нет! Короче, ждем Скруджа, сейчас он уже будет! Мне еще снимать вечером с Настей из Room Factory, поэтому после Макса приходится мыть посуду. После какого Макса? После обоих. Пойдем посмотрим, у нас же очередной звездный гость в студии. Всем привет. Идем покажем. Это было жестко. Да. Это совсем не вкусно. Либо теперь это лезай быстренько. Давай, давай. Тихо. Нифига. Я ожидал. Такие продукты нужно есть не торопясь, с наслаждением, смакуя каждый укус или каждый вот этот. Нормальная мусорка такая из сладостей. Всем бы. Такой, если бы по мусорках такой валялось, я с удовольствием был бы бомжом. Попили ты лучше, скручи, шикарные машины. Хорошая красава. Все жили, как жили на месте, будто бы слушали шины. Район Москва, пока вы здесь. Дайте мать. И за кулисы здесь. Я вот играл, получил 43. Только все кис, кис, кис. Мой наркотик бёрнет из головы в дэнс. Здесь только степ by steps. Но в твоей голове, голове лишь секс. Я люблю XXX. Моя жизнь трипл сикс. И луна моё солнце. В это время мы в бешеном танце. Алкоголем пробиваю твой панцирь. Я стреляю в твое сердце как гангстер. Здесь мардер, I am Dante. Погружаешься со мной в мой анд.
Бендер. Я играю против правил, браконьер. Твою душу не прошу, но отдай мне. Мы в офлайне, все в тайне. В твоем сердце только бабки. Табу играют папки, я сыграл и обул тапки. Бич, ты по жизни, сука, лаки. Тебя окружают манки, ты не думала про рамки. Ребята, мне трудно дышать. Я так наелся. Когда оно было там в студии, это хотя бы не видно было, ты съел один кусочек и все. А когда оно лежит тут на столе, куча пончиков, тортиков. Ну смотри, идеальный подсел. Смотри, уже маруна нет одного. Очень... Очень удобно после такого это гостей угощать, да? Смотри, Стасик, ты пригласил, на все готово. Я так объелся. А ты тоже? Это тебе трудно, а мне? Ты тоже хлам объелся? А он изначально не знал, он не знал о том, что можно откусить и выбросить. Я на первых трех ел. А там по-другому не получается. Ребятки, есть две новости, хорошая и плохая. Это насчет конкурса с футболкой. Плохая новость в том, что я хотел выбирать честно между всеми комментариями, листать, не глядя. А Инстаграм показывает мне только последних штук 100 комментов, и я не знаю, как посмотреть все остальные, ну, потому что тупо 2000 комментариев просто, считай, пропадают зря. И я решил сделать конкурс по-другому. В этом хорошая новость. Заходите на мой Инстаграм, там есть пост про футболку, уже второй, с вот такой фоткой. Пишите комментарии, чей комментарий провисит 10 минут, то ты выиграл футболку. Ну, а мы с вами увидимся уже в субботу на Битве Бургеров, и у меня будет особый гость, о котором вы давно уже просили, и будет еще кое-что новенькое от Black Star Burger. Не забываем про подписочку, комментарии, лайки, все как обычно. Увидимся в субботу.